гитара начинает. Сегодня в нашей студии в который раз звучит живой звук в акустическом исполнении. Коллектив, который вы сейчас услышите и увидите, представляет нам возможность приобщиться к универсальному музыкальному языку, который, видимо, доступен в любой точке земного шара. Посредством этого языка наш мир все больше превращается в некий общеземной коллектив, связанный общими идеями и общими культурными представлениями. У нас в гостях киевская группа «Гурт Йогурт».
окружающие люди, по-моему, намного чаще меняются, чем мы. Вот. То есть они это могут сегодня так к этому относиться, завтра иначе. А мы всегда относимся к этому одинаково, и в этом сопоставлении, там, скажем, того же там интро- или экстравертного какого-то созвучия, вот, мы все равно не меняемся. Мы для себя его придумали, определили очень точно. То, как это воздействует, это зависит исключительно от тех людей, которые это слушают, там, пытаются о чем-то думать в этот момент или еще там, чем-нибудь занимаются. Но вам важна реакция публики, для которой вы играете музыку? Реакция публики очень важна здесь, например. Вот в пабе реакция публики – это обязательный момент совершенно. То есть, конечно, хочется, чтобы реакция была мощная, интенсивная. Something you remember, something you forget. Sweeping in a dark side of your mind. All around you, weather in time to fall in rain. Something you believe in, something you destroy. Animals and plants are drying gray. All or nothing, weather in time to fall in rain. Something again, something again. There's only time to fall us. Something again, something again. There's only time. Something again, there's only time to call us. Something again, something again. There's only time. Something you became and something you didn't trust. Living in the darkness of your lanes. All or nothing, weather in time to fall in the rain. Something you became and something you betrayed. Living with the faith of your name. All or nothing, needing and tired to fall in rain. Something again, something again. There's only time to call us. Something again, something again. There's only time. Something again, something again. There's only time to call us. Something again, something again. There's only time to fall in.
Мы же играем и в оркестрах тоже всяких, играем в роковых группах, составах играем, там какие-нибудь там панковских, там не полу, а там, скажем, с претензией там на джаз на какой-нибудь или еще на что-нибудь. Это реально это образование, это не то, как нужно думать. Это просто техника, это чисто технический момент. Понятно, что намного сложнее играть ту музыку, которую нужно играть очень точно. Вот. В консерватории учат играть точную музыку, правильную, которую, если сыграть иначе, то это будет извращение. Вот. Но эта точность, она тоже в какой-то мере помогает всем вот нам, в данном случае, вот такому составу. А у меня такой вопрос. Вот вы все в разных коллективах играете, но вот как-то вы раз и вместе собрались. Это что? Это же не просто случайность какая-то? Это случайность. Это случай чего? Это диффузия. Это некое обстоятельство, которое нам не подвластны, от которых мы всегда здесь, разговаривая здесь, в ирландском пабе, мы можем полушутливо, полусерьезно сказать, что мы ирландцы. В некоторых других обстоятельствах мы родились в Ирландии, например, и ничего фальшивого или, скажем, слишком шутливого в этом не будет. В других обстоятельствах, когда луч внимания нашего или какого-то другого коллектива упадет на Монголию, там, Молдавию, Латинскую Америку или куда-то, это попытки обогатить себя. Каждый момент, если есть энергия, если есть желание, если есть время, мы расширяем себя всеми возможными способами. Один из них – это увлечение ирландской музыкой. И это увлечение привело нас сюда, это дает возможность обогатить нам себя и присутствующих здесь людей, которые приходят иногда отдохнуть, а иногда просто поторчать именно от этой культуры.
считаешь, это существует сейчас развитие или то, что уже все придумано, уже все придумано? То есть, если бы было все придумано, мы бы не снимали здесь эту передачу, мы бы не занимались здесь этой музыкой. Уверенность, глубокая уверенность в том, что не придумано еще ничего, открывает безграничные возможности и надежды нам на встречу завтра, послезавтра, через полгода в новой передаче. Я бы хотел заявить не от имени, конечно же, группы, потому что здесь вы видите еще много человек. А нет, я могу заявить только от имени себя. Я себя не считаю профессионалом. Для меня отношение к слову «профессионал» в последнее время претерпело какое-то такое переросшее себя значение. Профессионал для меня сейчас – это сухой, узколобый, узконаправленный в определенном деле, отшлифовывающий свое мастерство человек, который, в принципе, гораздо больше сейчас теряет из-за потребности выжить и быть узким специалистом в одной области. Кто такой профессионал? Это узкий специалист. Я себя считаю любителем, но это качество для меня гораздо важнее, чем качество профессионала. Никогда лучше я не слышал афоризма, когда Такнышев выразился об этом обстоятельстве в качестве такого мини-сценки, мини-диалога. Один человек говорит другому. Я знаю, этот парень хороший профессионал своего дела, но не любитель. Эта сцена настолько красочно описывает ситуацию, когда огромные толпы людей, ходящих вокруг нас, сейчас являются очень высокими профессионалами своего дела, но не любителями. Поняв это, я бы хотел вот внимание заострить на этом. Мы большие любители этого дела прежде всего. То, что мы профессионалы, может быть, это уже какой-то такой побочный, но не обязательный момент. Именно поэтому ты интересуешься программой «Решето» не всегда профессионалами. И большинство групп, коллективов, попадающих к тебе, оцениваются тобой или художественным там каким-то советом, который у вас выбирает, не по признаку обязательно быть профессионалами. Ты что думаешь, я и друг мой грузовик – это большие профессионалы? Это большущие любители. Ты думаешь, ВВ – это профессионалы или они были такими, когда они начинали? Это были страшные любители своего дела. Именно потому, что они больше, чем профессионалы, любили свое дело, они стали, в конце концов, такими. И большинство других коллективов, которые являются украшением именно этой программы «Решето». Али, я не прав? But we have another one. We have a river boat, be afraid and sinking down. We have a forest, but afraid and lose a waiver. We have all around the bars. I could tell we have no haven, but we have another one. Living time, growing with the sunshine. We have a corner where we have a time to found. We have all around us. We have all around. I could tell we have no money, but we have another one. Have a living time, that's why we'll never lose the ground. We have a something that never let us down. We have all around about. We have all around. 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 We have done it. Some trouble, but we have another one. We have a night and day, morning and another pretty sound. We have a something, but never can stop running. We have all around of us. Thank you.
Получилось так, что мы собрались. Как-то... Ну, это спонтанный был процесс. Получилось естественно, да. Происходило постепенно. Вот. И каждый, кто приходил, казалось бы, случайно оказавшись, выяснялось потом, что это отнюдь не случайно. Да, как-то мы размышляли об этих неслучайных случайностях, которыми буквально кишит, которым устлана наша дорога. Это проект, в принципе, коммерческий и был создан по заказу нашего любимого Брайанса. Вот. И ирландская музыка тоже как бы появилась не случайно, а именно как ответ на заказ. Вот. Но другое дело, что начав этим заниматься, мы уже стали привлекать сюда элементы какого-то своего творчества, то есть творчески подошли к этому, к этой теме. То есть вы вошли в процесс уже, да. Пошел процесс. И в эту ирландскую струю стали вплетать свои композиции, стилизованные и как-то, ну, базирующиеся на этой основе. И постепенно даже отклоняться немножко от ирландской темы и захватывать все более и более широкие какие-то творческие уже собственные пространства. И в этой связи можно вспомнить твой вопрос о концертах, чем они отличаются от игры здесь. Здесь мы стараемся играть традиционную музыку, а на концертах уже больше свободы для охвата более широких каких-то творческих пространств. Far from my heart and home.
through the land of the night. For the cradle of freedom, my signal to fight. My rifle is ready, my saber is bright, for to strike once again my pouring. Lonely and sad I roam, far from a land and home, in the valley, searching for a glance of barren, clouded in silver spray, threshing through heaven a ray for all the glory and pride of на флейте, немножечко пою, создаю уют в группе. Все-таки женское начало, оно необходимо для поддержания равновесия. Для меня просто совершенно удивительно, как я вообще попала сюда и играю вот именно это, потому что я всегда как-то более тяготела к чему-то. Были там попытки в экстремальных каких-то стилях, можно так сказать, и о том, что я попаду вот в это все,
А самое удивительное, что я это все очень люблю. Все электричество внутри музыки, внутри этого коллектива, как это не удивительно, появляется благодаря противоречиям. Вы представляете, если бы мы все были совсем согласны? Коктейль был бы совершенно другой. Не было бы вот этого, вот этой бури в стакане, не было бы этого перенапряжения. Поскольку мы все разные, часто не просто конфликтуем, а заряжаемся противоположными какими-то вот такими моментами, конца не будет. А для всех, кто услышал эту беззвучную музыку, я хочу сказать, что есть сайт в интернете, в котором можно, все желающие могут найти огромное количество фотографий, фото, видео и звука группы «Йогурт» и группы «Anycase». Если кому интересно, то вы можете посетить этот сайт, а сейчас вы увидите его адрес.
Эта композиция для финала нашей передачи записана репортажно в ирландском пабе «О'Брайенс» после нашего интервью с группой «Йогурт». А тем, кто хочет еще встретиться с живой музыкой этого прекрасного коллектива, мы можем по секрету сказать, что каждую пятницу ребята выступают в этом пабе. Cause someone is down this way.